начало большого путешествия. Мы готовим дом, чтобы к нему вернуться. Аиш, ты когда-нибудь летала в большое путешествие? Ну, ответь на камеру. Скажи, это мой первый раз. Спасибо. Ну все. Я одета, я готова. Ты готов? Нет. Этот боится летать. Агния просто кайфует. Агуш! Я ключ не брал. Я взяла. Эту девочку остается по нам скучать. Но она наша принцесса, мы к ней вернемся. Ну-ка, не ной, не плачь, все будет хорошо. Да ты мой стойкий оловянный солдатик, дай обнимемся. Моя хорошая, сейчас я еду. На такси еще не приехала. Поцелуйся. Я надену капюшон, чтобы не продуло больное ухо. Аккуратно ухо. Не постановочное видео, я и мои дети. А давайте на поезде воркуемся. Такси! Такси! Привет, поверни! Ой, ну сколько можно прощаться? Пойдем, Агния! Наша карета. Красивая карета. На секундочку. Мерседес. Водитель нам создан. Ты-то что плачешь? Давай, байзай. Ничего, мои красавицы. Почему вы плачете? Мы же едем в большое путешествие. Ты ее заражаешь. Так, как дела? Ой, я блин, самый новый. Как дела? Можно я скажу? Как дела? Я пирог сейчас испекла. Это будет веселое путешествие. И дела не бери. Аккуратно, машина. А сколько у тебя подписчиков? 1000 с чем-то. Там много? А у меня 60 раз больше. Моя... Да, ты снимаешь. Нет, давай ты. Нет. Ты просто себя не снял. Адама не снял. А мы встречаемся около большого табло. Ей 10 лет не виделись. Это Аня, наш продюсер. Я продюсер. Тома, наш продюсер. Наша замечательная команда. Меня слышно? Не знаю. Вот все молодцы. Еще будут. Так, ну теперь те, у кого золотая карта Аэрофлот, идут в бизнес-зал. Рублев. Да. У нас с тобой нет золотой карты Аэрофлот. А можем мне ее сделать? Ну, она будет, когда мы налетаем. Мы тоже не лыком шиты. Адам в крошке картошки, я в курилке. This is the last call before doors close. Все куда-то бегут, опаздывают. Мы никуда не опаздываем. Я делаю... Это напиток моего лета. Название отодрано. Но те, у кого когда-нибудь болели уши, зубы или хоть что-то болело, знают, что это такое. Мне очень плохо. Я больше не буду снимать. Путешествовать с детьми в ночном рейсе – одно удовольствие. Но зато мы прилетим и успеем отдохнуть до съемок. Ваше здоровье. Сейчас, если перестанет хотя бы стрелять в ухи, я уже буду самой счастливой в мире. Маме скажи, чтобы не переживала, там, не бомжевала. Или хочешь тортики есть? Маме. Да. Или в детскую комнату пойдем? Маме. Она в курилке. Нет. Мы выяснили, что Аиша хочет к маме, а Адам хочет тортики есть. В следующий раз я беру с собой Аишу, а Адам идет в бизнес-зал. Почему, когда хочешь спать, идешь к кровати? Сказать? Да. По полу. Моя семья. Все довольны жизнью? Ты как? Хочу зайти. Че? Повтори, почему телевизора нет. А? Сейчас оставлю. Повтори, почему телевизора нет. Сюда говори.
Первый шок – это размер аэропорта в Иркутске. Мы просто вышли из автобуса, рукавов тут нет. Вышли из автобуса и зашли, и сразу на улицу вышли. Там отдельно багаж, уже люди. А ты что тут делаешь? У нас же у первого чемодана приехали. Ну что, ждать что ли? Я в шоке от того, какой маленький аэропорт. Просто вышли и все, и вот в караоке можно зашли. Пойти. Даже парковки нет. Очень интересные люди тут. У меня ощущение, что я в Чебаркуле. Аэропорт находится в центре Чебаркуля. Таксисты болтают на такие темы, типа, а там почем омуль, какую-то баклажку кто-то кому-то дал. Сейчас мои будут выходить с багажом. Что ты хочешь? Я говори. Хочу бассейн лично. Я хочу на Мальдивы, и айпады, и собаку. А ты? А с тобой будет сложно на съемках. Где наша съемочная команда? Теперь их ждем. Мы разместились в комфортабельном, как это называется? Маршрутное такси. Маршрутное такси. Команда в сборе. За проезд передаем. Да, ждем водителя, чтобы включить кондиционер. Как настроение? Нормально. А что такое? Ты выспалась? Я нет вообще. Хорошо. Ну что, мы все-таки заехали, доехали и заселяемся. До встречи в следующей серии. Там будет рум-тур, там будет Иркутск, будет вот эта девочка, будет вот эта девочка. А, привет. И, конечно же, вот эта девочка. А сейчас я родила сына, который принесет мне стакан воды с лимоном.